Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Самарцев приглашают на нестандартную экскурсию «Самара театральная и кинематографическая». В течение двухчасовой прогулки по центру города организаторы обещают удивительную программу, где вы сможете узнать захватывающие истории, легенды и интересные факты о драмтеатре и театре оперы и балета, увидеть дом, в котором жил легендарный главный режиссер Самарского театра драмы Петр Монастырский, побывать рядом с местом, где учился наш земляк, знаменитый советский актер Николай Симонов. Узнать, какие советские современные фильмы снимались в нашем городе, и услышать забавные факты о них. Начало экскурсии в 15:30 22 октября около Самарского драматического театра. Большой балет в кино. Всех неравнодушных к искусству танца приглашает «Киновертикаль» на прямую трансляцию из Большого театра. В это воскресенье балет «Корсар» в редакции Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки. Показ в прямом эфире смогут увидеть жители 60 городов России, включая и Самару. «Корсар» – несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра. «Киновертикаль» 22 октября, воскресенье, начало трансляции в 19:00. В галерее «Новое пространство» областной библиотеки открылась итоговая выставка фотообъединения Союза журналистов «Фоториум». Ее авторы попытались ответить на вопрос, что же такое фотография, ремесло или искусство. Здесь и репортажные снимки, и студийные портреты, и пейзажи, и жанровые зарисовки. В экспозиции «Фоториума» представлены более сотни работ 19 самарских фотографов. Каждый автор в нескольких кадрах и небольшом тексте постарался раскрыть свой мир фотографии. Выставка открыта до 28 октября, ежедневно с 10 до 20.00, воскресенье и понедельник – выходной, проспект Ленина, 14А. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!